открытие официального футбольного сезона Волгоградской области 2017 года. В матче на Кубок открытия сезона встречаются команды чемпион области 2016 года, команда футбольного клуба «Уром» и команда «Проигрыш Петреева», занявшая второе место. Команда «Проигрыш Петреева», форма желтая, номер 45, Александр Куршаков. Номер 5, Алексей. Садись, Лёх, с игроком садись! Лёха, правый ниже игрок! Поджимаем, поджимаем, ближе! Олег, 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 Ол
Yeah.
Команда стоит в районе Казани. Матч на кубок открытия сезона между командами футбольного клуба «Мура» и «Строительного клуба» завершился со счетом 2-0 в пользу команды «Строительный». Сейчас состоится торжественное награждение участников встречи и победителей.